Катя, подожди, там бахнуло что-то. Мы надуваем бассейн. Ну, так потом придумаем что-нибудь накрывать-то что. А вот там вот, смотри, Владик, слиплось или оно потом выпрямится все. Ну, по идее, хороший большой бассейн. Комаров много. Мошки, ну, замучили. Ну, какой рисунок какой. Такой же? Ну да, рисунок такой же. Папа, брезент. Это брезент же, да, называется? Хороший бассейн. Большой. Я туда тоже полечу. Все, наверное, Владик? А где Ваня у вас? Ну-ка, Ваню приведите. Он дома с машиной. Не надо, пускай потом придет. Вы довольны, что у вас теперь бассейн есть? Да. Все, все, все. Хватит, хватит, Владик. А там клапан, это воду сливать, чтобы когда из... свет, не надо так вот продавливать. Вот в целом, ребята, вот такой бассейн. А. Мы тебе сейчас достанем купальник, не переживай. Все за купальник переживают. Да. Да. Все. Оксана, аккуратно. Так сегодня все равно вы купаться не будете. Такие умные, да, Владик? Уже прям все, горячую воду заливай и пускай буются. Ну, Света, идите, тяните сюда шланг через забор. Да, ничего страшного. Еще на клеенку сверху, чтобы накрывать. Я поняла. Все, ребят, надули. Вот такой вот он у нас получился, красивый. Машка, вам нравится? Довольны? Через забор вот здесь протягивать надо. Сегодня никак вы не будете купаться, мама, вода не нагреется. Мама. Катя, иди помогай. Ну, гремит. Ну, краб на рисунок там, да. Рыбки, крабики. Будет в целом здесь стоять пока, а потом, если что, уберем. Катя, все, сейчас наберем, потом вам покажем. Всем добрый день, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. У нас сегодня погода просто замечательная. Бассейн надутый стоит. Надо только его сюда, мне кажется, на солнце вытащить сегодня, попробовать, да? Чтоб нагревался, потому что там тень. Пока все равно нас окна не привезли, можно, по идее, где-нибудь вот здесь его поставить. Тут солнышко будет целый день. Сейчас мы со Светой идем на почту. Да, ребят, на почту. Там пришел сюрприз из Германии. Мне насчет него написали уже, когда отправили, уже почти когда рядом с нами была посылка. Мне написали, что там отправлен сюрприз именно для мамы. И сладости для детей. Что не знаю там. Честно, дети все перегадали. Уже и думали, и кроссовки, и спортивный костюм. Но когда узнали вес посылки, там почти 5 килограмм, уже отменили. Ну-ка, покажи, что за сумочка. У меня видео не показывает, что мы купили. Поэтому я вкратце потом вам все расскажу, потому что телефон не видит эти видео. Я уже не знаю, ребята, что мне делать. Это вообще какой-то... Он у меня половина видео, что я снимаю, он у меня не видит. Показывает, что формат видео не подлежит. И что мне с этим делать, не знаю. Но попробую по-другому, скачать сначала на компьютер, а потом переделать как-то, не знаю. Вот вообще не знаю, ребята. Ну, там видно будет. Ладно, идем за посылкой на почту. И вам покажем, что же там пришло. Я сама, честно, у меня уже мандраж от того, что там может быть. А дети все гадают, да, Света? Что же там такое? И спортивный костюм, и кроссовки, говорю, и что только они не предлагали. Мама, может, говорит, там мультиварка? Я тоже уже думала мультиварку, но она Егорке Светке не может подойти. Значит, как-то так. Ладно, идем на почту. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ну, это мы уже здоровались, хотя у меня пришла посылка из Германии. Покажи ее размеры. Вот такая вот. Честно, не знаю, что там, но знаю только то, что мне сказали, тут сюрприз для меня. Глядя на коробку, у меня трясутся руки, у меня немножко мандраж. Ну, тут также положили сладости для детей. Оля сказала, вам огромное, конечно, спасибо, но я в следующий раз говорю, не надо ничего мне не отправлять, ребят. Потому что у меня сразу начинается мандраж.
мне неловко становится очень сильно. На коробке написано хрупкое. Что может быть? Нам писали, что детям сладости положили, но что для меня неизвестно. Мандраж еще полный. Коробку распечатываем. Сейчас, подожди, я ее открою. Хорошо. Я боюсь. У меня просто вообще пенопласт. Подожди. Это не пенопласт. Ребят. Я не пойму, что это. Коробка. Тут пакетики. Катя, я сейчас подниму, убери коробку, пожалуйста. Аккуратно, 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 аккуратно. Что это такое? У меня даже предположений нет. Дети думали сначала, это и спортивный костюм, и кроссовки. Можно я так порву? Если это я то, о чем я думаю, ребят, не надо. У меня это... Выключи. Ребят, здесь вот такая вот черная коробка. Честно? У меня нет слов. У меня просто трясутся руки. И я переживаю очень сильно. Если я догадываюсь то, что здесь, то это... Блин, у меня руки трясутся. Я даже раскрыть не могу. Ай, ё-моё. Ребята, это просто вообще. Вы издеваетесь. Пишите в комментариях, как вы думаете, что здесь. Ну, давайте я сначала вот это вот достану. Тут сладости для детей. Вот такие вот вафельки. И я боюсь достать. Ребят, я боюсь достать. Здесь это гарантийные, я так поняла. Можно я сначала... Как достать? Я боюсь достать, ребят, вот честное слово. Ребята, это ноутбук, я так поняла. Я очень вам благодарна, но... Останови пока камеру. Ребята, я, конечно, очень благодарна, но это очень дорого. В целом, что здесь пришло? Ребята, это ноутбук, я так понимаю, или как-то по-другому называется. Я потом, конечно, спрошу. У меня просто трясутся руки. Сейчас я поверну, покажу. Ребята, это вот что. Я хочу сказать... Останови пока. Ребята, приношу извинения, просто эмоции перехлёстывают. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо. Слова просто... В целом, ребята, это ноутбук, я так понимаю. Уля, спасибо вам с Антоном огромное. Просто... Я даже не знаю, как это выразиться. Но огромное-огромное вам спасибо. Я не знаю, что еще сказать. Я хочу сказать вам огромного здоровья. И всего-всего самого хорошего. Спасибо вам огромное. Я вроде немного успокоилась, но все еще поверить не могу. Оля мне сказала, что он не новый, но все равно, знаете, вот это вот то, что люди подарили. Осталось еще две банки. Ну,
этого много стоит. Также в коробке там был еще набор ложечек, вилочек для Мариночки. У нас они прислали такие уже для Ванюшеньки. И сейчас пришло для Мариночки еще. Спасибо вам огромное. Честно вообще. Ребята, все, ноутбук я включила, но тут, по-моему, нету программы Яндекса. На, будто Яндекс устанавливает, да? Вот он. Это Опера. Ну, короче, муж придет, посмотрим еще. Это, по-моему, Опера. К интернету я тоже его уже подключила. Огромное Антону спасибо. И огромное спасибо Оленьке. Вот вообще слов не передать, я вроде сейчас уже успокоилась, так не реву, но вот все равно еще, знаете, это что такое, ты нажала? Еще Яндекс. А нет, нет, это надо будет скачивать. У них же там не такое. Ну, папа придет, потом будем скачивать. Пока пускай, по-моему, обновления тут какие-то идут сейчас. Мариночка, аккуратно сломаешь. Да, у меня не показывает видео с покупками вчерашними. В целом, хочу показать. Мы вчера купили чай вот с такими вот кружками. Дети уже прямо заморали. С такой и с Тео. И шорты купили детям, бассейн взяли. Вот как-то так. Ладно, ребята. Света... ну, это потом уже. Все, пускай тогда выключить надо его, и пускай заряжается. Потом уже сделаем. Да, пусть заряжается. Ему тут продувку на столик заказать, чтобы обдувал его. Не-не-не, так нельзя. Да. Все, завершение работы. Ладно, ребята, у нас сегодня задача нам на место освободить для шкафов, да, Света? Чтобы папа нам установил все шкафы. И потихоньку будем все перетаскивать. Вот смотрите, что они у меня делают. Там уже мусора накидали, но Ваня игрушки уже покупал там. Вода холодная. У нас сегодня, как назло, солнца нету, да? Да. Ваня, кыш. Да сейчас таки вылазим, я сказала, вода холодная. Заболеть хотите, что ли? Пошлите помогать мне что-то делать. Вы так и будете купаться? Пойдемте пристрой прибирать, чтобы папа мебель собрал. Я уже иду. Папа вас тоже пьет. Не знаю. Так нам надо освободить все. Ты что такая какая-то? Пошлите помогать. Хватит уже, может быть, а? Нам не без разницы, что вы впервые купаетесь. Девочки, нам через неделю окна привезут. А у нас еще ничего не готово, потому что никто ничего не хочет. Вот вы сами видите, какая у них. Видите, как они хотят маме помогать? Они у тебя сырые. Куда их одеваешь? Они сырые, Марина. Иди отсюда домой. Вы после купания греетесь. Да я коврик постелила. Ой, сейчас здесь всю грязь. Да... Ой. Хотя, я долго буду говорить. Смотрите, как они воду всю заморали уже. Смотрите. Это не мы, это деревья. С деревьев все падало. Клеенку потом куплю, эту воду выльем на огород и поменяем здесь воду, потому что ну это вообще... Ваня тут игрушки искупал, и у них тут, видите, получается, с песка сразу. Папа не, некогда ему было щит делать, поэтому так, быстро помогать пристрой разбирать. Оксана тоже бегом. Белье сохнет, надо еще убрать. Ладно, идем разгребать. Вот смотрите, ребята, пока я там в пристрое все убираю, видите, что они делают? Вода уже вся темная, черная. Ваня только нож. Смотрите, не дай бог, он бултыхнется. Да, многие написали, малова для вашей семьи. Да, ребят, я знаю, что маленький, но это мы брали для маленьких, по идее. Оксана, ты почему опять грязная вся? А кто знает? Да. Не надо. Ты носки там мочишь, да? Ай, на ножках у тебя.
У них есть купальники, просто их убрали, надо достать. У меня купальники стали. У меня и маленькие. У меня вообще я вся сердечка не было. У меня нету. У меня нету, у меня мой с котиками мало ватуши. Нет, у меня маленькие. Он сейчас бултыхнется. Ты качаешь, и он бултыхнется в воду головой. Они сегодня уже купались здесь. Но вот сейчас опять ножками полтыхаются чисто. Видите, как он? Не надо полотенце стелить. Зачем? Ой, господи. Так она упадет. Сегодня как назло солнца нету. Да, оно вот там вот солнце, а сюда оно не идет. Ну вот когда мы... Нет, мы его туда поставим после того, как нам привезут окна и брусья. Потому что машина как заедет из-за вашего бассейна, не сможет. Поэтому пока здесь поставили, а потом будем ставить туда на солнышко. После того, как окна привезут. Ну, Ванька присел. Ну, а я занимаюсь пристроем, освобождаю место, чтобы папа мог шкафы разобрать. А дети не хотят маме помогать. А дети не хотят маме помогать. Игрушки убирать. И весь песок будет туда сыпаться. Но. Да, бассейн красивый. Мы специально выбирали яркий. Там был чисто синий, да, Света? И вот такой вот яркий. Мы взяли яркий. Потому что для детей же брали, поэтому мы решили яркий взять. Пока дорожку сюда маленькую постелили, чтобы они на землю не вставали. Так вы уже всю дорожку заморали. Вы туда песок натаскали и всю грязь сейчас несете в бассейн. Вот как вот им объяснить, а? Вот видишь, я же тебе сказала, он заплачет. Он боится, потому что вот они все палькаются, и он боится. Я ему хочу чисто отдельно маленький детский заказать с крышей. С крышей такой. Хорошо. Так, вы будете туда-сюда ходить, я сейчас вылью всю воду. Вы потому что грязь только в бассейн заносите. Да, сейчас-таки, посмотри, какую ты грязную ногу туда засунула. Да еще и на видео это попало. Еще будешь со мной спорить. С бассейна. Правильно, вы песок туда весь в бассейн засунули. Там знаете, что удобно? Клапан, чтобы воду сливать, внизу есть. Поэтому вот так вот. Да, Ваня бассейн моет. Ваня лопатку взял, бассейн моет. Ну, вот так вот, они пока вот так палькаются. Солнца сильного нет, я им не разрешаю. Ваня, не надо так. Да потому что девочки морают, он моет бассейн, да. У Вани что-то все лицо прямо как будто покусано. С одной стороны. Или, может, аллергия на что-то пошла. У него прям по всему телу. Мы ничего такого не ели, в принципе. Скорее всего. У тебя, но. У Марины на арбуз аллергия. У Маши на много что аллергия. У нее на порошок, но аллергия. Мы сегодня смотрели, вот Тайд последний раз брала, вот он нормально на нее. Последние разы мы все Тайд брали. А вот берем Пемос, у нас на Пемос аллергия, на Биолант аллергия, на Миф у нас нормально. Сегодня взяла Сорти, посмотрим, что... Сорти же, да, мы сегодня, Света, взяли порошок? Посмотрим, как будет реакция. Надеюсь, что аллергия не будет, потому что Тайда у нас в магазине был, но очень дорогой был. На 3 килограмма 500 с лишним рублей стоил. Эй, Ванечка.
уже их переодеваем. Так, надо полагать, что вы по 100 раз переодеваетесь, вам никто ничего и не говорит. Мы баню затопим туда горячую воду. Ну, посмотрим. Да, она и сейчас. Баню вечером можно будет подтопить все равно. Ой, у Оксаны опять уже шорты все сырые. Оксана вся чумазая, черт тебя подери. Надо купальники, короче, купить. Да, мама. А можно прям, куда я одежду? А можно я купальники? Да, купальники надо купить. А то одежда. Так, не пизгайся. Ваня тебя моет, да, Ваня? Ваня, ты моешь ее, да? Он берет лед и потом стряхивает ее. Да. Ладно, ребята, вот такие вот у нас дела. На песок не ходи, коврик надо вымести, и обувью на него не надо вставать. Это потом домой мы будем стелить. Этот у нас в коридор, поэтому мне не жалко его. И что? Его будем стелить сюда? Нет. Как раз тут можно ноги вытирать, например. Мы вообще планируем отсюда его туда потом переносить, и там щит какой-то сделаем или что-нибудь сделаем. Ладно, ребята, вот такие вот у нас новости. Дети, вы довольны? Да. Все, детям радость есть. Ну, я пошла дальше своими делами заниматься. Ребята, у нас вечер. Мы пошли в магазин купить, дети попросили помидорки, и молоко закончилось. Сходить в магазин, взять. Сейчас Света придет. Ребята накупались, все сидят возле компьютера, играют. Я уже в ноутбук, который мне прислали, уже ввела пароли. И буду сегодня пробовать монтировать видео, потому что о покупках, да, что мы вчера, Света, засняли, у меня телефон не видит. Стой так, телефон не видит, поэтому мы будем пробовать уже сегодня, я буду пробовать монтировать это на компьютере. Там программу мне установили. И что ты такой? Я тоже сегодня смотрела. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так что, что, пойдем в магазин за помидорками? Ребят, сходили мы в магазин. Сейчас покажу, что купили. Мальчики уже катаются. В целом, взяли майонез Махеев, наш любимый. Так, это я не буду. Потом вот крекер Света попросила. Вот такой вот именно. С морской солью какой-то. Первый раз такие берем, такие не брали. Дальше потом упаковку крылышек копченых. Дальше показываю, что взяла. Деткам сливы взяла. В этот раз уже по 75 рублей. Также купила огурчики. И два вида разных помидорчиков. Вот такие вот все у меня покупочки. В целом. Сейчас сделаем салатик. И перекусим. И дальше пойду пристрою разгребать. Вы пойдете мне сейчас помогать? Не знаю я. Не знаю, видите, как... Мне другой бы сказал, да, пойдем, они не знаю я. Вот так вот. Ладно, будем готовить салат и ужинать.